есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной Армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещены, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещенные люди, те, кто призванные были для того, чтобы духовно победить вот эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной.